Парламентарии региона и представители общественной и молодежной палаты при собрании депутатов Ненецкого округа встретились с окружными боксерами Никитой Захаревичем, Ильей Миненьковым, Матвеем Чуповым, Эльчином Мамедовым и их наставником Александром Андрюковым. Боксеры из Ненецкого округа одержали несколько побед в открытом турнире по боксу в Кировской области. Открытый турнир по боксу класса «Б» памяти Буланова проходил в Кировской области. В турнире приняли участие 108 боксеров из республик Коми, Марий-Эл, Удмуртия, Пермского края, Кировской и Свердловской областей. Наш регион представляли 4 спортсмена – Никита Захаревич, Илья Миненьков, Матвей Чупов и Эльчин Мамедов. По итогам турнира золото в своей весовой категории взяли Никита и Илья. Эльчин Мамедов стал обладателем бронзовой медали. У нас было 4 боксера, всего довольно мало. Я провел 2 боя. Первый бой провел неплохо, закончил в 3-м раунде. И второй бой провел с чемпионом Республики Марий-Эл и также выиграл. И ребята также, думаю, хорошо отбоксировали, узнали некоторые свои ошибки, над чем нужно поработать. У меня в весовой категории было 3 человека. Провел я тоже 2 боя. Первый я победил единогласным решением. Был один нокдаун моего соперника во втором раунде. Второй, он чемпион Северо-Запада, имеет, ну, кандидат в мастера спорта. Второй бой был соперник намного слабже. Он всего 3 боя, по-моему, провел. С ним было... Его я выиграл в 3-м раунде. Один нокдаун, но был серьезный, его сняли. И так я победил. В свою очередь, наставник спортсменов Александр Андрюков отметил, что раньше наши боксеры ежегодно выезжали на этот турнир. В этом году у нас только старшая, потому что поехала группа, малышей там, к сожалению, не было. Поэтому было принято решение поехать в Беларусь и младший возраст отвезти туда, на турнир. По словам наставника спортсменов, в регионе боксом занимаются более 70 человек, и в настоящее время не существует сложностей с выездом спортсменов на состязания в другие регионы. В ходе беседы окружные парламентарии обратили внимание на то, чтобы возобновили занятия с воспитанниками Ненецкой средней школы имени Пырерки, чтобы больше ребят из сельских населенных пунктов занимались боксом. В завершении встречи спикер регионального парламента Александр Лутовинов поздравил ребят с победой на открытом турнире и пожелал новых спортивных успехов. Занятие таким серьезным видом спорта, как бокс, это формирует характер во многом. Вы, конечно, можете и за себя постоять. А самое главное, насколько я знаю, что боксеры никогда не обидят того, кто слабее. Они скорее защитят тех, кто в этом нуждается. Депутаты также отметили, что в регионе в последнее время большое внимание уделяется строительству физкультурно-оздоровительных комплексов на селе. Создается серьезная материально-техническая база для развития спорта высших достижений. Ирина Никешина, Леонид Шешелов, телеканал «Север».